Thank you.
Опыт жизни всех преданных здесь присутствующих в последний Прабхупад очень важен. Потому что наше движение является подтверждением слов Шрилы Прабхупады, воплощением его наставлений, проповеди, его видения. Мы осуществляем то, что сказал Прабхупада. Сейчас разные есть ситуации в Исконе, в мире. Разные преданные появляются тоже. Разные характеры, категории, природы. Их становится все больше видов преданных. Раньше мы не знали, что могут появиться никотинные преданные, алкогольные преданные, наркоманные преданные. Преданные тоже. Раньше мы так не думали, но сейчас уже, видите, мы расширяем свое сознание Кришны. И вот, с одной стороны, кажется, что это странно, у нас такие стандарты должны быть чистые, чистые бхакти, строгие регулирующие принципы. С другой стороны, видим, что не все преданные могут так строго следовать наставлениям Прабхупады. И это интересный момент, этот опыт. Прабхупада приехал на Запад проповедовать хиппи. Те, которые не следовали никаким регулирующим принципам, и для них это было на самом деле очень трудно. Приехал к очень падшим людям. Он часто говорил на своих лекциях, что есть люди первого класса, второго класса, третьего класса, четвертого класса. Говорил это американцам. А вы к какому классу себя причисляете? Кто спросил это? Я человек пятого класса, я служу всем этим классам. Это правда было. Прабхупада решил послужить нам, послужить миру. Его ученики говорят, что Прабхупада мог бы и не взять на себя все эти проблемы. Мог бы просто освободиться, живя в Вриндаване. Был полностью преданный в детство. С 5 лет он сознавал Кришну. Он вспоминает об этом. Какая же сила его перенесла через океан, через такие трудности, аскезы при полном возрасте. Чудеса. Какая сила заставляла его 14 раз объездить весь мир под 80 лет человеку, спать по 2 часа в сутки и писать книги, проповедовать. Видя столько проблем, эти проблемы он написал еще, когда увидел Америку впервые. Бостон. Он просто посмотрел с палубы и опустился в трюм. Там, где провел месяцы. Я написал: Кришна, я не знаю, зачем ты сюда не присылал. Я стараюсь выполнить волю духовного учителя, но люди здесь, в двух гунах, я не знаю, что делать. Тут только страсть и невежество. Как они смогут понять послание Господа Читания? Был несколько обескуражен, когда увидел Америку. И там, на пристани в Нью-Йорке, он увидел одну надпись, рекламу беспримесной стали. Было написано огромными буквами. Аналой, это аналой, значит, чистая беспримесная сталь. Рекламировалось, но там суда подходят, грузовые, порт. Несколько такое ужасное техническое место. Прабхупада прочитал эту надпись, впервые вообще видел этот американский размах материальный, представьте себе, Индия того времени, Америка того времени. Писал письмо своему другу: ты знаешь, здесь только машин. Здесь ночью не нужно освещать улицу, все освещается машинами. В Америке столько машин, они работают, у каждого есть машина. И не только машина, еще есть такой ящик, откуда можно узнать, что происходит во всем мире. В каждой квартире есть такой ящик. Это было телевидение, это была механизация, это были хорошие дороги, это была реклама. Но жизнь была вся греховна. Америка преуспевала материально всегда. И позже, когда у Прабхупады уже были ученики, и он думал, как же научить их чистом бхакти. Это непростая вещь. Непростая вещь. Конечно, этому можно учить только чистый преданный.
Если чистого бхакти, это очень редко. Прабхупада думал об этом. Как возвысить людей из Нижнего Нью-Йорка, из Сайда, которые прошли через наркотики, через кровный сеть, через то, что у них нет крепких семейных отношений, нет обязанностей таких, ответственности. Как же людей с таким сознанием привести на уровень высочайшей ответственности, предания Богу? И однажды была утренняя прогулка, и все обрадовались. Бегом за Прабхупадой, всегда интересно гулять, интересно слушать, быть рядом с Прабхупадой, всегда экстаз. Чувство, естественно, под контролем, когда Прабхупада рядом. Вот нет Прабхупады, и вот проблема. Прабхупада рядом, и все, и Кришна здесь, и все танцуют, и радуются, и жить можно. Все побежали. И 40 минут Прабхупада быстрым шагом всех утомил просто. Куда мы идем? Этот порт, там ляс, краны какие-то, грузовые там контейнеры, суда. Прабхупада, что за прогулка сегодня? Никто не мог понять, куда. И Прабхупада идет, идет решительно, не останавливается. Через 40 минут он остановился в порту. Все смотрели, ждали, что обычно на парке гуляли, свежий воздух, и так далее. Тут сад, а тут что? Тут страсти, невежество, мы сейчас прошли через это только что. Он показал троицу, смотрите. Она ловит чистая, бесперемесная сталь. И что, Прабхупада? Что делать? Я хочу, чтобы ваше служение Кришне было аналоид. За 100 раз задуматься. Мы преданные, но мы должны стать чистыми преданными. Для одного и того же. Да, это будет Прабхупада. И сейчас в нашем движении Прабхупада единственный авторитет для всех. Для каждого из нас. Потом мы здесь все еще. Все мы опираемся. Прабхупада хотел, чтобы Варнашрам Дхарму надо строить. Чего рассуждать? А? Прабхупада сказал. Все уверены в этом. Прабхупада сказал, надо Гуру-Гуру, надо делать. Чего рассуждаете много? Что мы уже рискон столько лет и до сих пор не можем создать? Давайте делать. Прабхупада сказал. Вот так мы сейчас живем. Мы становимся на Прабхупаду. И надо делать. Мы абсолютно уверены. Потому что это хорошо. Если мы это делаем даже не успешно, все равно хорошо, нет проигрыша. Удивительно, цель. Пожалуйста, будьте внимательны. Мы сейчас не о простых вещах говорим. Не думайте, что кто-то мог другой бы сказать все это. И было бы то же самое. Нет, сила слова. В этом разница. Мы пытаемся повторить то, что говорит духовный учитель, но это не так просто. Нам нужно иметь чистоту в сердце, чтобы повторить. И как же Прабхупада повторял на столе своего духовного учителя? Удивительная вера, какая могущественная вера в Гуру Парампару. Его духовный учитель Бхактистан Сарасвати взял на себя миссию один человек. Распространить по всей Бхаратаварше милость Господа Чайтаньи, Святое Имя, разбить Майяваду. Один человек это был всего. Единственный человек. В то время Индия была просто в Майяваде, в тантристах, не знаю, там столько спекуляций. А вайшнавы думали, как они очень развитые каких-то интеллектуальных людях вообще. Они просили подаяния, ходили в какой-то нестиранной одежде. Вместо тилоки лоб просто мазали глиной. И повторяли что-то, и повторяли, просили подаяния. В эти станции Сарасвати тилоку поставил. Взял себе данду, проповедовал на классическом английском языке, летал на аэропланах, ездил на автомобилях, сказал, все, абсолютно все можно занять в служении Кришне. Он заявил об этом. С такой верой повторил миллиард святых имен, прежде чем начать. И однажды Гуру Кишордас Бабаджи приснился ему с ней и сказал, теперь становись ачарьей, принимай учеников и распространяй по всему, по всей Бхаратаварше. Открывай центры, храмы. Прославляя имя Кришны, пришло время. Очень скоро это имя Кришны распространится по всему миру, в каждом городе, деревне, начиная миссию. Испугался Сарасвати.
миссия. Такая большая миссия. Нам не одно. Я всего лишь Гуру Махарадж, один человек. Если бы мне это сказали, кому-то из нас сказали. Но я просто один человек. Ты не один. Я с тобой. Гуру Парампара с тобой. И Панчататва с тобой. Так много за твоей спиной сейчас благословений. Так много полномочий. Представь себе. Чем чище человек становится, тем больше полномочий получает. Потому что за нами на самом деле весь духовный мир стоит. Они не безразличны тому, что происходит здесь сейчас у нас. Это не просто какое-то наше дело или дело Прабхупады, или Гаштанцев, Свати. Это миссия из духовного мира. Она и поддерживается сейчас в Галоке Вриндаваны. Читание Махапрабху — это форма духовного мира, форма Галоки Вриндаваны. Форма экстаза, Радхарани. Это целое движение. И Прабхупада верил в это. Он видел собственными глазами, как Бхистан Сарасвати разбивает все стереотипы. Всю эту смарта, науку. Майяваду, все искусственные домыслы о Боге. И устанавливает так, что Кришну, как Верховную Личность Бога, можно почувствовать всем существом. Только Он может заполнить чувства, разум, все существо живого существа. Все. Но это должен быть представитель Кришны. Тело Бхагаватам Сарасвати не всегда колыхалось от любви к Богу, говорит это. Был наполнен сознанием Кришны. Один очень влиятельный англичанин, с ним общались англичане, образованные люди. Он сказал, объясните мне, что такое сознание Кришны, любовь к Богу. Давайте обсудим этот вопрос. Сарасвати сказал, нет, я не буду с вами обсуждать сейчас эту тему. Все равно еще не поймете. Нет, нет, я хочу обсудить на основании шастры, философии, с вами эти сокровенные детали сознания Кришны. Хорошо, идите к моим ученикам и задайте этот вопрос. Я не буду это обсуждать сейчас. Это за пределами опыта. Ну, пришел к ученикам, быстро срезать. А те занимаются служением, там что-то чистят на кухне, там что-то делают, там. Объясните мне, что такое сознание Кришны? Что такое любовь к Богу? Что такое трансцендентный уровень? Давайте поговорим. Ваш Гуруджи меня к вам отправил с этим вопросом. Хорошо, хорошо, поговорим, конечно. Давайте только как-то помогите мне понять. Я помогу. Его заняли служение. Случил рукава этот. Интеллигентный человек. И стал все капли чистить, носиться всеми. Так. Ему говорили, надо лучше, когда Кришну все-таки делали. Еще лучше, ну что? Мне для себя, для Кришны делать. Он старался, как и все, тоже в ходе лица, и все блестело, все сияло. И он стал смеяться все больше и больше, улыбаться, радость. Пришел, сказал, Сарасвати. Они не ответили на вопрос, но я все помню. Надо служить Кришне, а? Почему вы не служите Кришне, дорогие мои? Вы ленивые. Почти. Как мужчина обращает женщину, но проблема. Это сразу видно с первого взгляда. Все заняты. А тут половина летяет. И чем старше, тем ленивее вообще. Пропадает, чем старше, тем больше энтузиазма появляется у него. Это сознание, оно растет, оно не стоит на месте. Что заставляет нас тормозить? Скажите, что? Один самолет на Дальнем Востоке не мог взлететь и разбился. Какие-то годы назад произошла эта трагедия. Ну, когда начали исследовать, копать, в чем же причина вообще, на самом деле, надо знать все, все детали. Тут же все, стали исследовать черный ящик, все, и ну, единственное было заключение. Одновременно нажимали на форсаж, на тормоза. Зачем так делать? Не будет взлета. Собрались лететь, поехали. Отпустите тормоза. Мужчины. На юге разомлели, тут много женщин, тут рай, море черное. Боже мой, стыд, позор. Харе Кришна.
Старые преданные должны подавать пример в этом энтузиазме. Самое опасное, как мне сказал Ниранджа с вами не так давно, самое опасное для преданного уже с опытом, что самое опасное? Стать равнодушным ко всему. Тут в этом исконе всякое бывает, и тут авторитеты тоже всякое бывает. А потом, я становлюсь равнодушным ко всему. И все. Мама Яшода очень равнодушна к Кришне. Она не думает, о, Кришна Верховный Личность Бога, какие у него проблемы. Она только думает, такие стопы нежные, как же он ходит об этим камням, колючкам на себе стремных. Пока он на пастбище, Яшода не может. Как по сердцу ножом. Кришна, он не берет обувь. Он говорит, если ты мне обувь даешь, тогда все коровы бывают. Моей матери. Если ты мне зонтик предлагаешь, то нужно зонтик каждой корове. Это невозможно. 900 тысяч коров, 900 тысяч зонтиков, 900 тысяч слуг и 900... Не 900. Умножьте на 4 у коров. 4 пары обуви, 2 пары обуви. Значит, они босиком, и я босиком. И что-то очень переживается все за Кришну. Когда падают деревья, Ямала-Арджуна, она очень переживает. Когда что-то происходит, или путаны, или там ураган какой-то, и все эти... Беды, Яшода, она переживает, она теряет сознание, просто переживает. Майявади не понимают этого. Они не переживают. Они равнодушны. У них есть аргументы, Кришна дает аргументы. Если каменное сердце, аргументы найдутся. А что, Кришна Бог? А что о нем переживать? Вот пусть он о нас лучше переживает. Я ему расскажу о своих проблемах. Пусть переживает, пусть помогает. А он Бог, у него нет проблем. А Яшода вообще переживает, это бхакти. Ну, у нас нет такого бхакти, как у Яшоды, мы еще не освобожденные души, мы еще не развили духовные тела, но мы можем переживать за Прабхупаду, за утешение. Это бхакти, это наша бхакти, это наше спасение. Переживайте дни и ночи, Прабхупада сказал, думайте, как привлекательно распространять нашу культуру и сознание Кришны. Используйте все свои способности. Американцы предприимчивы, делайте что-то. Южане, трудолюбивые, работайте для Кришны, много делайте. Используйте то, что дал вам Бог, говорите. И наша цель только удовлетворить Кришну, мы должны очень переживать за наше движение. Это миссия Прабхупады. Он не просто переживал, он рисковал собственной жизнью, какие он вещи делал, посмотрите. На грани возможностей вообще. А в конце он сказал, сколько милости я получил. Сколько милости я получил от Кришны. Какое-то счастье было сказать Кришне. Есть что вспомнить. Прабхупада было что вспомнить, да? Он родился в семье чистого вайшнава. Гор Махан Де, род Де назывался. Часть из них стала Малики. И сразу после Джанмаштами Прабхупада родился. Это не из Деев родился, да, у Ганги. Не в Калькутте, потом он переехал в Калькутту. Где-то они были в гостях, то есть там был его дядя, и там был Нандотсава, такой праздник еще есть. И дядя назвал ребенка Нандгвал будет. Но Гормахан Де и Раджани подумали, сказали Абайчарам. Бачара. Но я не звал его Нандула. И астролог сказал, необычная личность какая-то у вас, я тут ваш душу пересматриваю, гороскоп. Тут богатства большие и саньяса. Не знаю, как с вами сами решаете, но обычно саньяси в Индии, но это просто ходят, чипать и просят. Все. Они ездят на автомобилях, там, как вот наши сонские саньяси. Не-не, они только на где чипати найти. Ничего не выжить просто. Но они буквально нищенствуют. Но они могут и не проповедовать, просто жить там по деревьям саньяси. Садху. Есть такие садху Вриндаване. А есть проповедники, которых там на полкине носят, много учеников, там у них есть какие-то средства существования. Он говорит, тут большие богатства у него, и он саньяса, 70 лет, 30, что-то океан, там все это, знаете, стал рассказывать, чудеса какие-то о ребенке.
Раджа не вообще всерьез не восприняла. Но Гор Маханда, я подумал, неужели такой ребенок? Это удача, если на самом деле такой ребенок родился. И с детства я помню Прабхупада. Это день, каждый день. Колокольчик вечером, утром звенит. Отец пуджу проводит. Он поздно вставал, 6, 7, 8 там, утра. Но день. А напротив был храм Радхе Говинды. Там, где они жили. Туда маленькие ходили, туда Прабхупада ходил. И он описывает, как ну я очарован, ты забывал все перед божествами. Все какие были, приятности, неприятности, я только видел божеств, как они стоят, как они сидят, как они улыбаются, Радхе Говинды. Я все забывал совершенно. Отец подарил ему Радхе Говинду. Знал, о чем мечтает сын. Поклонялся им с детства. Они ему снились, он с ними разговаривал. Говорит, с 5 лет, я говорю, там, с ним Кришна. Когда спросили, Прабхупада, с какого, с каких лет вы стали с одной чем Кришна? 35 лет. С самого начала. Это редкое рождение напоминает, что в Бхагавад-гите говорится, что есть йоги, не завершившие свой путь в прошлой жизни. Они получают такое редкое рождение, рождаются в таких семьях и получают возможность служить Кришне сразу же, как Махараджа Парикшит сразу играл с уплами Кришны, в семье преданных родился, как Бхагаватам Сарасвати родился, Бхагаватам Такура. А сейчас в Новороссийске преданных рождаются дети тоже. Та же ситуация, смотрите. Может быть, мы там преданные где-то как-то пытаемся, но наши дети будут сильнее. Прабхупада гуляет с доктором Пателем по побережью и спорит с ним. Потому что доктор Патель персоналист. Прабхупада громит его каждое утро. И каждое утро доктор Патель приезжает, чтобы с ним спорить еще. Но он не решается вызывать у нас спор, потому что Прабхупада говорит, меня размазывает просто. Но он постоит рядом, молчит. Прабхупада сам его, говорит, задевает. Что ты думаешь, доктор Патель? Говори. А что я буду говорить? Я не буду говорить. Вы меня размажете снова, да и все. Не, я сейчас не буду размазывать. Я говори. Надо все думать, что говорили, что. И он то есть говорит, Прабхупада размазывает. Всю мою ваду размазывает и все. А тот защищается, но вы слишком грубо, и это все тоже садху. Эти мои ваду, их нужно тоже уважать. Говорит, надо уважать, Прабхупада, но не чрезмерно. И так вот ставить на место себя. А доктор Патель, он знает санскрит, он с детства все регулирующие принципы, он очень ученый человек, у него садана, он спит там по 4-5 часов. Такой, знаете, трансцендентализм. И тут письмо Прабхупада получает от ученика, заверит. Ученик там плачет. Прабхупада, спаси меня. Я погибаю здесь. Вас нет, все. И меня нет тоже. Меня чувства ведут туда, я греховный человек вообще, я не могу соблюдать, даже регулирующий меня в уме, это все ерунда, эти чувства наслаждения, эти мысли, Прабхупада, я гибну здесь, просто я погибну здесь, я хочу быть предан. Прабхупада, спасите меня. Прабхупада, человек, это без мысли, смотри, доктор Патель. Ты с рождения, соблюдаешь эти принципы, это легко, ты знаешь шастры, и ты не предаешься Кришне. Посмотри, говорит доктор. Смотрите, как им трудно там на Западе какие-то искренние преданные. Вот я их понимаю, ученики, вот они распространяются знания Кришны по всему миру, где люди вот они себя считают грешниками, такими падшими. Но они трудятся для Кришны днем и ночью, они молятся мне, они молятся Гуру Парампаре. Они распространяют. Это преданные на самом деле. Один бардашник пришел, первый раз вообще там нет. Эти бесценные были хиппи на лекцию. Прабхупада сказал, что мы все душа, мы слуги Бога. А Бог это Кришна. И тут же в конце лекции Парадайш сказал, вы мне можете дать инициацию? Посвящение. Ученики все, какой наглец. Первый раз тут уже инициацию подняли. А Прабхупада сказал, а кто такой? Бог. Он подумал, говорит, Кришна, как вы сказали. А ты кто? Подумал, я слуга Кришны. Все в лекции было, я тебе дам посвящение. Так легко. На фоне забвения очень легко быть преданным Кришне.
Но когда мы начинаем понимать всю ведическую культуру, всю философию, труднее и труднее становится. Слишком много помех в нашем уме возникает. Когда мы больше и больше знаем, изучая то, третье, четвертое, слыша разные истории о разных преданных, несовершенных. В нашей голове возникает каша, как в том Бостоне. Две гуны материальный природы, третья отсутствует. И нам нужно все это устранить, все полностью, чтобы просто понять, что я слуга Кришны, а Кришна верховный Бог. И все, что нам нужно сейчас знать. Для этого получаем образование, для этого мы совершаем служение, чтобы понять просто две вещи. Прабхупада об этих двух вещах говорил больше ни о чем. Больше ни о чем. Это он перевел Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, читание Чаритамриту. Все, что нам нужно знать, ничего больше не нужно. Все остальное можно знать, можно не знать, забудем все это все. Можно изучать, что мы хотим, тут есть свобода. Но что нас они должны помнить? Помните о Кришне? С 5 лет я помню Кришну постоянно. И мать, она очень была, любила Абая. Раджани была такого характера, горячего. Гур Махандев был такой спокойный, равновешенный, никогда не наказывал, никогда не повышал голос. Если нужно было сделать замечание, Бхагава, он говорил, извини меня, пожалуйста. Просил прощения сначала. Но я твой отец. Ты знаешь, что вот отец, даже Господа Чайтанья, должен был учить его. Поэтому не обижайся. Я тебе должен сказать одну вещь. И делал ему замечание. Но от матери он зависел полностью, как от Кришны. Если нужно было в туалет, он говорит, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну так иди, кто обижает. Только после этого шел. Да, получил разрешение от матери. И она специально одевала ему курту задом наперед, чтобы не сглазили. Он так целый день ходил. Мать одела все. Любил качори. Полжизни подал за качори. Когда его угощали качори, он набивал все карманы. В курте, там везде. Все карманы качори забивал, пока после этого уходил. Всегда был очень упрямым ребенком. Однажды разбил себе даже голову, что-то там подарил качори какой-то, не дали, разбил голову. А потом увидел ружье в магазине детское. И стал просить отца купить ружье. Зачем тебе ружье? Это же очень надо ружье, и стал кричать. Ну что делать? Ну вот тебе ружье купил. Еще одно надо ружье. Зачем тебе второе ружье? По одному ружью на каждую руку, он говорит. И опять на пол. На землю, ногами, головой и вот так вот. И люди говорят, что вы издеваетесь над ребенком. Таким я был ребенком, еще прямым. Вообще невыносимым ребенком. Там были погромы, они жили в мусульманском районе. Там были погромы иногда. И Прабхупада однажды спасал свою жизнь. Мусульман хотел убить его с ножом, гнался за ним. Все это он видел еще в детстве. Когда он заболел, врач пришел, говорит, нужен куриный бульон. Нужно сварить курицу. Курицу? Курмаганде сказал, нет. Какая курица, мы вегетарианцы. А даже будем не готовить мясо, мы не можем. Хорошо, я сам на своей кухне приготовлю, принесу банки бульон. Нужно выпить. Другого нет средства. Иначе умрет ребенок. Ну хорошо. Это ради жизни ребенка. Но несите, принес бульон куриный. Надо попробовать. Я сказал, ну, похоже, это не для него. Какой-то другой ребенок. Затем колледж. Там преподавали англичане, там английский язык. Прабхупада выучил хорошо. И учиться было интересно. Но там была одна вещь, которую мы стали понимать с возрастом. Преподаватели принижали индийскую культуру и религию. Они просто постепенно принижали, они установили христианство. И они говорили, какая реинкарнация, о чем вы вообще говорите? Вот я знаю законы судебные, законы государства. Если человека нужно наказать, нужны свидетели. Свидетели, но где свидетели, если человек умирает, рождается в новой жизни, свидетелей больше нет, то как может быть наказание? Это говорил преподаватель. И Прабхупада говорил, что был этикет, я не мог спорить с преподавателем. Мы не могли говорить, но я был не согласен. Я знал, что свидетель существует.
И он присуждает все эти результаты. И постепенно студенты стали говорить более смелые, что Индия под гнетом, и мы не можем свою культуру распространить, эту ценную культуру мы теряем. Они ложные теории создают и говорят, что их культура Индии создана недавно, сфабрикована какими-то философами западными. Они все так уничтожат, разрушат. Мы должны освободиться от колониального гнета, чтобы сохранить свою культуру, распространять ее, духовную культуру. Ну как это сделать? О, Ганди это делает. Смотрите. Ганди не ест мясо, рыбы, не притрагивается к чаю, к интоксикациям, к табаку. И он читает только Бхагавад-гиту, он говорит, что эта книга, она самая важная в его жизни. Вот Ганди. И он говорит, как это делать? Домотканный вход, нужно ткани не покупать. Английские товары. Так мы подорвем их экономику силы и могущества. И Прабхупада делал домотканный вход. И все уже было понятно в то время, что это национальное движение Ганди. Прабхупада причислял себя к этому. Потому что да, он прав, надо освободить Индию. И многие садху приходили. 12 лет он получил посвящение от одного йога-мистика. Но в сердце, говорит, меня это не проникло, я его забыл, вообще никогда не было. Он больше какие-то чудеса хотел показывать. Егор Маханде настолько хотел, чтобы его ребенок общался с садху, что приглашал даже этих мошенников, чтобы как-то вот разобраться в чем-то. Но ни один садху не удовлетворил желание Прабхупады. Тут его друг Склабай, тут одна славная святая личность приехала. Хочешь посмотреть? Ой, дорогой мой, я заслужил столько садху уже видел. Отец приводил там, не каждую неделю, садху такой, садху другой, третий, тут только садху. Все, я уже выбрал, я иду за Ганди. Нет, ты не видел его. Пойдем. Да ну зачем же тратить время? Я многих видел. Нет, пожалуйста, ради меня. Взял его за руку и силком. Пошли, оба. Мне очень интересно. Нужно что-то сказать. Твое мнение важно для меня. Он был каким лидером. Посмотри и скажи. Ну, пойдем. Поднялись на крышу. Я говорю, с первого взгляда я понял, что это что-то необычное. Уже одна осанка. Взгляд. Это колыхание. Белый брахманский шнур. Четкое тело, как чистота. Солнце какое-то здесь. И он не разговаривал, не рассуждал долго. Он посмотрел, сказал, вы молодые люди, оба. Почему вы не распространяете учение Господа Читания по всему миру? Никто так не говорил. Сразу, смело, с порога, в самое сердце. Да, мы согласны, учение Господа Читания надо распространять. Но мы же колониальная страна, Прабхупада. Кто нас будет слушать? Я думаю, сначала нужно освободиться от колониального гнета, а потом распространять. Свобода, зависимость, колония, другое, это все время на Склабайстанции развивать, я учение Господа Читания. Вечно не требует никаких отлагательств. Нужно это делать немедленно. Они уходили оттуда. Прабхупада молчал. Он думал, что это было. А друг сказал, ну как тебе? Очень славная святая личность. Это мой вечный духовный учитель, его встретил. Я нашел. Получил посвящение через 11 лет. И что же такое духовный учитель? Мы практикуем год, 5, 10, 20, 30, кто-то больше. Кто-то еще больше, кто-то не одну жизнь. Но лишь немногим удается стать учеником. Мы просто должны стать учениками. Все наша квалификация. Кто-то хочет стать гуру, кто-то хочет стать проповедником, кто-то хочет стать хорошей матерью Саддхани Кришны, кто-то хочет сделать то, третье. Но давайте не будем забывать, что наша главная квалификация стать настоящим учеником. Все. И что же Прабхупада хочет? Читайте его. Это наше единственное спасение. Читать его книгу постоянно. Каждый день надо читать книгу Прабхупады. Мы любим Прабхупаду, факт. Любим как личность, много слышали, как Удава.
Будда вам много слышал о жителях Вриндавана, но когда он увидел, о, что же он сказал, как мы стали преданными, как Удава. Он уже преданный, он лучше преданный в Двараке. Но Кришна хотел узнать, хотел показать ему, дать ему урок, кто такой настоящий преданный. Он говорит, вот его в Двараке. Нет никого ближе в Двараке, чем Удава. Он как его копия вообще, Кришна, он даже внешне выглядит как Кришна. Его одежды носит, его гирлянды носит. Он ни секунды не забывает Кришну. И Кришна говорит, ты мой такой близкий преданный, ты мой лучший преданный Удава. Ты так дорог мне. Приезжай в Вриндаван. Успокой Гопи. Поезжай с посланием. Только не проповедуй. Это опасно. Это могут проклять. Просто прочитай, что напишу. И Удава так гордился. Он слышал самого Кришны. Ты мой лучший преданный Удава, мой друг. С этим сознанием уехал в Вриндаван. Что он там увидел? Он увидел что-то необычное. Он никогда не видел такой любви к Богу. Как бы привел им Махабхава, Радхарани, как гопи они сходят с ума о Кришне, как они говорят о нем. Никто не может говорить так о Кришне, как о гопи. Они критикуют его. И говорят, о, Кришна, нет, не обманщик. Обманщик. Послушайте. Мы ему доверили своей жизни, свои умы, свои чувства. А какая женщина смогла бы? Взгляд Кришны, как вы можете? Вы не можете, невозможно. Вы все себя отдаете сразу же, вы забываете про все. И про семью, и про честь, и про всю культуру, и про религию. Мы всем пожертвовали, но где он? Где он? Где он? Нет его. Надо забыть просто. Его нас забыл, наверное. Мы забудем его. Радхарани говорит, иди передай своему хозяину шнель, иди передай его. Он двойственный, он непостоянный. И мы не хотим видеть его. Задатабан. Ой, погоди, погоди, не улетай. Он тут, ты вправду все это передашь Кришне, расстроится. Нет, скажи ему правду. Мы так и ждем его. Ну спроси, ну хоть минуту приеду в Вриндаван. Мы живы лишь обещанием, он обещал, как там еще живы. И вот его, видя это, сказал, стал молиться. Рыба Кришна, все, что хочу, сделай меня провинкой в Вриндаван. Чтобы гопи, когда бежали к Кришне, касались стопами. Я хочу просто быть их стопом, быть их преданным. Мы полюбили Прабхупаду от его учеников, которые полностью в сознании Прабхупады. Я не знаю, в каком они сознании Кришны бывают, но они в сознании Прабхупады постоянно. Они никогда не говорят, что они преданы, они много о Кришне говорят. Нет, не все, нет. Они обычные Прабхупады. Прабхупада запомнил разум, наставлениями. Он дал все необходимое для нас, чтобы мы развивали самое великое движение в мире. Это самое великое освободительное движение от Майи. Никогда такого еще движения не было. В истории планеты не было, это впервые такое движение Господа Читания, наконец, образовалось по всему миру. ИСККОН. Не просто быть в исконе. Не все люди согласны, не все люди сейчас понимают, принимают ИСККОН, по-разному относятся. Слово «религия» тоже люди сейчас очень опасаются такого слова. Но что же Прабхупада нам дал? Религию? И какую-то организацию он дал нам знания, знания. Если мы людям даем знания, они никогда не подумают, что это какая-то секта. Прабхупада так проповедовал. Он просто с учеными людьми, известными. Он мог говорить про химию, про физику, про космологию, про что угодно. С известными духовными лидерами встречался, говорил о Боге и все прояснял, абсолютно все прояснял. Значит, сколько литературы, сколько публикаций, какая победа вообще была.
И он дал нам Бхагавад-гиту как руководство к действию, смотрите. Никакого философского трактата. Можете делать то, что там говорится. Вообще это Кришна Арджуне говорит делать, а Прабхупада говорит, делайте то же самое. Арджуна был великий воин, великий преданный, он мог все это делать и понять. А как же мы? Тоже можете. Каждый может. Любой человек, слуга Кришны, разбил все стереотипы, устранил все препятствия. Вот это вдохновляет движение Прабхупады, что он стал духовное равенство мужчина, женщина, кто бы ни был, любой национальность, равные права в служении Богу. Нет препятствий. Надо читать эти вещи, потому что у нас в уме есть стереотипы. Мы обусловлены, и наш ум условлен. Мы говорим, кто-то может, кто-то не может. Мы кого-то критикуем, с кем-то согласны, не согласны. А Прабхупада говорит, каждый может. Служить Кришне согласно своей природе. Старый преданный, молодой преданный, какая разница? Старому преданному, может быть, не очень удобно быть полным в храме. А почему бы нет? Хорошая практика. Я честно говорю. Это хорошая практика. Когда-то я был в Швеции, там на Весапуже, когда-то духовный учитель. Там был храм, мы впервые увидели большой храм, почитатку, конечно. Было для нас большое впечатление на всю жизнь. Что я запомнил там, что я мыл полы в храме. Вот это было самскара, служение. Я мог осознавать, что я служу Кришне. Вот. Кто работал в типографии, там издавали книги про Прабхупады, я приходил туда и чувствовал, как это хорошо служить Кришне. Хотя ведь я, у меня нет такой профессии, но это же хорошо. Делайте все, что нужно в семье, мы должны делать все, что нужно, все, что подручно. Всегда мы должны быть готовы послужить обществу вайшнавов. И Прабхупада очень доволен этим движением, когда мы становимся слугами. И мы так такое счастье чувствуем. И мы читаем книги Прабхупады, и все раскрывается. Как все просто. И этот ум, вот проблема. Этот старый ум. Как трудно убить старого солдата. Пакистане Махараш рассказал этот пример на одном фестивале недавно. О, мы там смеялись до упаду. Я не смогу так смешно рассказать, но это было очень смешно, когда он рассказал. Прабхупада летел в самолете. Летел в самолете, и там какой-то фильм шел. Фильм был известный для американцев, какой-то герой там, актер, его все любили, боевик играл. Вот он там с таким, знаете, оружием тяжелым, в гору бежит куда-то. Воюет уже. И на него нападают там из воздуха, из земли, там стреляют. Ну, все. Он старый солдат опытный, этот самый такой. Супермен. И вот там его стреляют, он бежит с этим оружием. И в него попадают, он падает. Пропад смотрит. Вот он полежал снова, встал, снова бежит. Пропад смотрит. И опять мне с самолета, с вертолета стреляют, там бомбят, и опять он падает. Лежит, встает и снова бежит. Пропад заснул тут же. Он понял, что как это чепуха. Очень трудно убить старого солдата, называется, например. Старые привычки. Так, старые привычки, очень трудно с ними разобраться вообще. Нас куда-то постоянно тянет, еще. Еще куда-то. Представьте себе. У нас есть Хари Кришна Манда, у нас есть Прасад, у нас есть служение, у нас есть миссия, у нас есть там то, все, у нас есть столько много. И еще куда-то тянет. Вот куда же все-таки тянет? И кто тянет? Старый солдат. Не сдается. Его уже изрешетили, он бежит. Уже и так ориентируешь. Не такой киртан, и мега киртан. Уже и читание всегда. Бишимадвак, он встает и бежит снова. Читание, наслаждение, понимаете? Неразрушимый такой, знаете, джива. Не убить ее, не сжечь. Ни на части, ни, она не раздавить. Он к чему-то наслаждение, бежит все равно. Ну, когда-то это надо прекратить все равно. Может, я понимаю. В какой-то момент нужно сказать, ну все, я умер. Солдат убит. Можно его похоронить и близко поставить. Конец чувственного наслаждения. Все окончательно. Ну как конец? Какой конец чувственного наслаждения? Только начинается все. Виртуальная реальность только развивается. Это же интересно. Одевайте маску и в другом мире, понимаете, вообще, и снизу, и вверху.
360 градусов, я уже был. Один француз принес ту новинку из дома. Надевайте. Набрал там какую-то программу, я одел, и поплыл куда-то, значит, и оказался под водой там, и акулы вовсю или плавают, и опасно. Акула, понимаете? А снаружи какой-то сумасшедший, дергается, понимаете, в эти маски. Для чувств все так хорошо сделано, и никакого разума, акула вас никогда не съест. Спите. Это просто сон. Гораздо лучше распространять сознание Кришны, где столько опасностей, столько препятствий, столько вообще вещей возникает. Но тут примем разум. Как же распространить вот в этой среде, в трудной среде Кали-юги, где столько спекуляций, столько сложностей. Мы не сдаемся. Мы старый солдат. Искон уже и так стреляли, и так уже распинали, Бхагавад-гиту судили, а мы встаем и снова бежим. Если у кого-то проблема, в святую Дхаму едет и мантру повторяет. Но самое важное – не терять веру в себя. Все, кто здесь присутствует, имеют веру в Кришну, в процесс наверняка имеют какую-то веру. Старые, преданные тут уже с опытом многие. Или практикующие. Мы знаем, что практика хороша, и Кришна хороший, Прабхупада хорош. А вот я не очень способен, может быть. Это вот очень трудно, трудно вот эту веру в себя поддерживать. И вот для этого нужно быть общество вайшнав. Мы должны друг друга вдохновлять это делать. А печет судрачера, вы знаете, что вайшнавы могут делать очень трудные вещи? Бхагавадгита, Кришна говорит об этом. Кришна знает хорошо. Не все знают, но Кришна все знает. Всю подоготу знает. Говорит, мой преданный может совершать дурные поступки. Иногда он может терять репутацию, иногда пройти через позор, через славу. Но это все не важно. Если он искренне преданный, если он внутри раскаивается и продолжает служить Кришне, он сам остается чистым, остается святым человеком. Вот так мы должны друг друга держать. Мы здесь садху. Да, мы по-разному ведем себя. Иногда не очень хорошо, иногда очень хорошо. По-разному бывает. Что-то понимаем, что-то не понимаем. Если я лично свою жизнь сейчас проанализирую, сколько ошибок я совершил, Бог ты мой. А тогда я думал, что я прав. Да, я читаю Прабхупаду, что я не прав. Я прав. Тут написано. Все. Особенно, если у вас есть власть, положение, вам легко, знаете, надавите все. А сейчас я вспоминаю, думаю, Боже мой, что же я творил вообще? Как же это возможно? И Кришна ведет каждого из нас со всеми нашими недостатками. Не в этом дело, он говорит. Дело в том, что ты мой преданный, Боже. Для меня убить лучше, но ты мой преданный. И вот ты же тебе говоришь такое. Мы все заслужили ад, а ты нас благословляешь. Дорогой Кришна. Нас бы наказали за все грехи, а ты благословение раздаешь. Сам Кришна никого не убивает. Мы читали, это тут другие экспансии делают. Что касается демона, сам Кришна. Нет. Это чистая любовь. Это то, что показал Господь Читание Мапрабху, что никто никогда не видел вообще. За семью замками вера скрыта. Это чистая, чистая, чистая. Она ловит. Рядом. Гопи, Радхарани, Кришна, Вриндаван. Такой дар Прабхупада нам дает. И нелегко распространять, конечно же, мы понимаем. Кто сказал, что это будет легко? Прабхупада иногда нервничал, говорит, кто сказал, что это будет легко? Почему так все упрощаешь, что жалуешься, что трудно проповедовать? А кто сказал, что это будет легко? Это будет трудно, это будет очень трудно распространять сознание Кришны. Потому что свою жизнь расходует, жизненную силу расходует. Не деньги, не что-то еще, не просто ум, не просто, а жизненную силу расходовать, отдавать. Вот тебе придется что делать. Литры крови проливать придется тебе. Но твоя кровь очистится, твое сознание очистится. Ведь ты это будешь Кришне предлагать, не кому-то еще. Кому еще можно это предложить? Свою жизнь, свою душу? Кто это оценит еще? Как Кришне это оценит? Прабхупада дал нам эту уверенность, смотрите. Это не мог быть обычным человеком, ни в коем случае. Когда мы были в Джайпуре, мы встретили ученика Прабхупады, одного индуса.
Он был богатым бизнесменом, может быть, до сих пор он такой же богатый бизнесмен. Делал жертвенник в Упале, получил посвящение от него. Участвовал в бабийском проекте в свое время. Когда он нас увидел, он так расчувствовался. Говорит, посмотрите на меня, говорит, я вот не всему уже следую, там, я индус. Но вы, говорит, у вас бритые головы, шихи, у всех отходят, тилаки. Вы воспеваете постоянно. Это Прабхупада. Говорит, я узнал Прабхупаду. Я посмотрел на вас и вспомнил, как это было при Прабхупаде. Мы тоже все прыгали, мы не ходили пешком, мы воспевали, мы были в экстазе, мы постоянно воспевали святое имя. Прабхупада была, говорит, каким-то чудовищной магией счастья. Я индус, говорит, поймите, я им просто индус, я старый человек, я много видел в Индии разных садху, многих ачарьев, многих лидеров духовных. Но как только кто-то из них уходил с планеты, и все движение тут же куда-то исчезало. Но Прабхупада, когда ушел, его движение только набирает силу больше, 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 больше. Вы думаете, это обычный гуру? Он аж кричал, он плакал, тут столько индусов собралось смотреть на все это событие. Если вас еще насмотрели на него, он говорил о своем духовном учителе. Вы думаете, это обычный духовный учитель, это непосредственно представитель сферы души. Только он мог такое сделать. И как описать Прабхупаду? Время нужно. Лицом к лицу, лица не видать. Большой видится на расстоянии. Кто написал эти стихи? Большой видится на расстоянии. И чем больше времени мы будем с вами жить, и новое поколение, тем больше будут они понимать значение этой личности Прабхупады, который спас нас от Калига Кали на ближайшие 10 тысяч лет. Его книги, 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 книги. Ну, говорит, я приехал в Америку каждый месяц. Моя виза заканчивалась, я хотел уехать обратно в Индию. Ничего не получалось. Ну, в следующий месяц попробую. Уеду обратно. Я потом думал, нет, надо еще попробовать. И так все стало, что он даже потерял и там и место жительства, и общежитие, то и машинку у него украли, пишущую вообще. Все плохо было. И оказался в Нижнем Нью-Йорке, Ист-Сайд назывался, райончик, куда же полиция не заходит вообще. Сумасшедшие проститутки, наркоманы, хиппи. Вот такой район. Прабхупада оказался там. А он уходил гулять по утрам. Сказали, смотри же, тут гулять не надо по утрам. Тут есть один сумасшедший снайпер, он стреляет по людям по утрам с чердака. Иногда он перешагивает через какой-то труп, передозировка наркотиков или что-то еще. Вот этот район, Прабхупада, по утрам начал свое движение. Значит, петь киртаны и говорить о Кришне Бхагавадгите. Люди принимают наркотики, их духовная жизнь непонятно, что означало вообще, что-то на уме каждый имел свое. Они слушали лицом к стене, садились. Медитация. Попадала лекцию, не спиной к нему садились, лицом к стене и слушали так. Он не понимал, что с ними, но долг выполнял. И как кто-то зашел, нормальный проститель американцев, и увидел эту картину, кругом странные люди, и один человек уважаемый, пожилой, очень ученый, в очках, читает книги, санскрит цитирует, не может понять, что тут происходит. А что здесь происходит? Он прям к кассе не подошел, спросил, а что здесь происходит? И я пытаюсь проповедовать послание Бхагавадгиты, но эти люди не понимают меня. И тогда он сказал, сознание Кришны, это... Вот целая эта комната ЛСД, представьте. Наркоман говорит, круто. Вот это сознание Кришны. Ну тогда стоит попробовать. Вот таким методом Прабхупада по косвенным методам. Он использовал разные методы. Но Гуру Махарадж сказал, что Прабхупада, когда был грехастый, использовал косвенный метод проповеди тоже. Грехастый метод, более-менее естественный. Для саньяси рекомендована прямая проповедь. Грехасти по-разному это делают. Но Прабхупада, будучи, не забывал Кришну. И так движение началось. Ученики стали, как ученики, они думают, что не ученики, они просто полюбили Прабхупаду, его качество, его внимание, его обаяние, его знания, мудрость, его прасаду, абджамуны, сыграли огромную роль. Мы спросили Джайвайта Махараджа во Вриндаване, как вы пришли в сознание Кришны? Махарадж, расскажите. Ну, как бы. Я ничего не понимал. Он сейчас большой ученый, санскрит знает, саньяси, гуру искал.
Я, говорит, тогда ничего не понимал. Я приходил на воскресный пир и все. Ну и что? Как это было? Нам стало перечислять, какие там блюда готовили. Мне пальца не хватило, рис такой, рис другой. Сабжи такие, сабжи другие, сладости такие, такие. Он перечислял долго. Все слушали, слушали. Он говорит, вот и все. Вот так я остался сытым. Вот и что пропало. Мы, говорит, вообще ничего не понимали. И более того, был такой акцент, что даже слов не понимали, что пропало. Но мы сидели и слушали. Я сказал, а почему принимаете сознание Кришны Прабхупады? Ну, сам поинтересовался, почему принимаете сознание Кришны. Я вас не подкупаю, не использую политические какие-то вещи, я оружие не угрожаю вам ничего. Почему принимаете? Все пригнулись, придумали, единственное, почему принимаю сознание Кришны? Просто потому, что там есть любовь. Точно! Там любовь к Кришне, он постоянно в своем мире находится. Вот нам интересно, что это за мир такой. Пропада слышит шум океана, представь, с учениками. И говорит, это храм вздыхает по Кришне, так и все. Вот он что. Пропада постоянно об этом думает. Пропада это такой Кришна, это Радха. Это здесь Вриндаван. И так все было удивительно, с Прабхупадой открывалось все новое и новое и новое. Говорит, ты еще много чего не знаешь. Потом говорит, Прабхупада, я этого не знал. Говорит, ты еще много чего не знаешь вообще. Значит, читаем книги Прабхупады, но мы это еще не знаем долго. А думаем, что уже прочитали книги Прабхупады. Ленивый мужчина. Южане вообще. Это как работать, деньги зарабатывать. А кто читать книги будет, скажите. Лидеры общества, лидеры ИСККОН. Великого движения Господа Читания не знают книг Прабхупады. Позор. Позор и еще раз позор. Слава всем женщинам. Они спасут наше движение. Они никуда не годятся вообще. Состарились, тем более вообще ничего не хотят, разменились, ничего не хотят делать. Я уже заслужил там сколько, 25 лет мантр повторяю, уже устал. Пора на массажи переходить. Вот преданные настоящие. Не гордитесь слишком. Давай еще доберемся, подождите. Отдельная тема. Но Прабхупада дал равные права нам служить Кришне, все могут. И мы видим с энтузиазмом. Здесь целый проект. Хорошо развивается. Здесь давно не было, конечно, удивительно. Для меня это все легко, знаете, приехал, уехал, вернулся, ух ты, только домов. Еще раз приеду, уеду, ох, опять, как сказано. Но я же понимаю, что это все нужно построить. Я уже не маленький ребенок, это достается тяжело. Сколько стресса, сколько денег, сколько отношений. Это все нужно поддерживать, боже мой. Я вот кланяюсь вот с топом Адираса Прабху, и вот мне не надо, что здесь, как они, здесь заботятся о преданных. Под их руководством. Это милость Прабхупады. Вот мы пользуемся этой милостью Прабхупады. Каждый. Ну и, то есть, я не буду затягивать лекцию, потому что это Вьясапуджа, и также преданные старые предупредили здесь. Сейчас тоже скажут свои подношения какие-то. Вот, кто это организовывает, пожалуйста, говорите, где будет микрофон, вот, кто будет подходить, говорить свою речь. Свою признательность Прабхупаде. Я вам то, что мог сегодня сказал, что пришло новому сердцу. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки. Сейчас он включит мне его.
микрофон, если вот здесь поставим нормально, на колонку. Там поставим. Вот чья тут ключ, кличка ваша. Вот этот микрофон. Может другой взять? Там другой чуть тоже не буду. Почему разве? Так, а он сейчас заорет? Нет, если принесет. Ну, можно отвернуть. Верните. Пожалуйста, микрофон. Вот так, чтобы могли подходить, при этом надо тоже. Дорогие преданные, сейчас будет церемония подношения для Шрилы Прабхупады. Будут подходить старшие преданные, а мы будем объявлять, а мы будем присутствовать мысленно, присоединяясь к подношениям. Может быть, немножко ее развернуть. Да? И тогда откроет эту церемонию его милость Читая Чанчаран Прабу. Пожалуйста, готовится. Хари Кришна преданные, пожалуйста, обращите внимание. Шикша-гуру для всех преданных исхованы на все времена, пока существует ваше движение. Вы несете ответственность за то, что происходит по всему миру исхованы. Вы знаете сердце каждого преданного. Мы получаем наставление из ваших книг. И каждый из нас пытается понять эти наставления, используя свою природу, свой ум, свое происхождение. И что я понимаю в этом процессе, что ум и природа, они несовершенны, они материальны. И мы представляем некую ошибку, некое несовершенство. Анарх, вы говорите, цивилизация, анарх — это материальное тело. И единственное, что происходит, это духовное развитие, прогресс, очищение. Благодаря Гуру Парампуре, особенно вашей милости в форме книг. Есть сейчас у нас около сотни духовных учителей, которые приняли как жизнь и душу, поведают по всему миру, набирают учеников. Они распространяют настроение бхакти. Это настроение бхакти развито у них настолько, что эта природа материальная, она не проявляет каких-то препятствий. То есть мы понимаем, что на каком-то уровне здесь, что по сути благословение от духовного и все остальное становится незначительным. То есть те несовершенства, которые сопутствуют, какие-то убеждения,
они на самом деле не являются препятствиями, когда мы непосредственно связаны с вашими наставлениями и с вашей миссией. Все неблагоприятное становится постепенно благоприятным. Одновременно мы получаем великие уроки в жизни и одновременно получаем много милости. Это удивительный процесс Шапрабхупада. Теперь, как Кришна Бхагавадгита показываете это, вы абсолютно уверенно даете нам все наставления, рекомендации, которые можно смело следовать. Все равно вашим наставлением успех. И опыта я все больше и больше так же, как многие вайшнавы, тоже понимаю, что все наше движение держится на ваших наставлениях, на ваших книгах. Но я думаю, что мы должны больше уделить внимание, потому что сейчас в Исконе не так просто. Не так просто понять, какие делать следующие шаги в развитии мирового Искона. И можно ответы на вопросы, их много у нас вопросов относительно развития движения, сотрудничать вместе. Как вы сказали, заключается какой-то изучить больше, понять милость Господа Читания и больше друг друга в своих индивидуальных точках нашей природы, наших желаний служить. Я понимаю, продолжать развивать движение, то мы должны к Святому Имени. Поэтому в этот день вас вот таких благословений также для движения, чтобы мы в обсуждении ваших книг на самом деле имели больше связи с вашей шикшей и также друг каждую душу, как это делали вы сначала. Или через духовных учителей. Особая благодарность, потому что наши духовные учителя, ну, несравнимы. То есть ваши последователи обладают тоже особыми полномочиями в проповеди, в том, чтобы распространять движение сознания Кришны по всему миру. ИСККОН – самая проповедующая организация на сегодняшний день. Затраты, которые ИСККОН храму. Это ваша слава. И вам сейчас. Вы должны быть. Но, конечно же, изучать ваши книги много предстоит чего сделать. И очень важно, что вот новые поколения преданных растут, чтобы также они принимали эту ответственность. Мы стараемся служить вам, Шрила Прабхупада, но я прошу больше милости, больше благословения, милость твердой. Служение вашим лотосным стопам. Его милость один раз собрал. День вашего явления. Я вспоминаю настолько, насколько вы научитесь сотрудничать друг с другом. В этом был смысл послания.
очень важное наставление. Шрила Прабхупада, вы как будто видели, предчувствовали, понимали самый сложный аспект. Сотрудничество, когда мы находимся в гунах материальной природы, это самое сложное. Вместе делать что-то, находиться в единстве, это самое сложное. И сегодня я хотел сделать подношение вам в виде нашей общины, которую мы развиваем. Это новая Варшана. Мы хотели, чтобы преданные жили вместе. Потому что невозможно научиться сотрудничать, если не жить вместе. Как миру говорят, если хочешь жить мирно с родственниками, то живите подальше. На расстоянии. Но это искусственный мир. Невозможно научиться сотрудничать, если находиться подальше, если не сотрудничать вообще. И мы можем научиться служить вам только если будем вместе что-то делать для миссии Господа Чайтаньи. Поэтому спасибо за то, что вы дали нам эту возможность, за ту жертву, которую принесли, и за то, что мы имеем возможность сегодня практиковать сознание Кришны. И мы принимаем вас как хозяина этого места, потому что Шрила Прабхупада говорил, что ИСККОН — это мое тело. ИСККОН — это тело Шрилы Прабхупады. Поэтому от всей души я хотел принести свои поклоны сегодня и передать слово следующим, чтобы не затягивать. Пожалуйста, до следующей подходите. А следующий, Его милость Бхагават Прабху, пожалуйста, просим вас. Отошел. А Нитай Каруна Прабху здесь? Пожалуйста. О, Его милость Нитай Каруна Прабху. Помогите пройти, Нитай Каруна. Дорогой Шрила Прабхупада, я здесь нахожусь, потому что вы в 69 лет пересекли океан, чтобы спасти нас всех из ада, ради нас, всех присутствующих здесь. Спасибо вам большое. Когда я находился в комфорт-зоне в Майпур-Дхаме и не хотел выезжать,
что вот Чайтанья Чандра Чаран Махарадж сказал, почему ты не хочешь ехать? Я говорю, ну уже все, сил нету. Вот. Но здоровье уже вообще для каких-то одно вот действительно, вы 69, а мне 59 только, это нечестно. По отношению к вам это нечестно. Вот, это несправедливо, и поэтому я выхожу каждый день на санкиртану, распространяю книги Прабхупады. К сожалению, я больше ничего не умею делать. Вот, и это у меня нет способности изучать глубоко книги. Я их стараюсь читать каждый день, но сейчас читаю уход Бишмадева, вот, святого. Но, дорогой Шрила Прабхупада, спасибо вам большое за все, что вы сделали для меня. Спасибо, что послали своих представителей, Шрилу Гурудева. У нас есть Вриндаван, Ямуна, Гавардхан, Пури, Гавардхама, Ганга, Ямуна, Шримад Бхагаватам. У нас есть чем поделиться с другими конфессиями и с другими вообще. Спасибо вам. Не могу говорить. Машина уезжает. Или быстро. Поблагодарить. Уже на приказ. Ну, как вот вы за Весадеву. И открылись врата Весадева. Чего не бояться. И ворота открываются. Спасибо большое. Спасибо, дорогой Шрила Прабхупада. Спасибо всем вайшнавам, преданным слугам Господа, которые подобные древа желания могут исполнить желание каждого и полны сострадания ко всем падшим и обусловленным душам. Ванчи Калпа Трубящая, Крипасим Кимей Вача, Патита Нампа Ванитрил Вайшнав Издёна Рик. Его милость подавать Прабху вам пол. Сегодня такой благословенный день, столько теплых слов сказано на нашей день Прабхупаде, и у меня родилась такая мысль, чтобы хорошо, чтобы каждый день такое же представление Шрилы Прабхупады было у нас в голове. Потому что время проходит, мы потом изменимся, иногда Прабхупада превращается для нас или вот в мурти, или в фотографию около. Хотелось бы, чтобы мы в сердце держали, ну, по крайней мере, мне хотелось бы, чтобы мы держали это так, как это происходит всегда на празднике. Так, как, такую любовь к Прабхупаде и такую веру в него, как, может быть, его учеников, мы добились бы этого. Я когда вот слушал ребят, то есть вспомнил его товарищ такой Брамананда, вот с его данными здесь Прабхупада сфотографировал, большой такой. Вот. И последние годы он жил во Вриндаване,
во Вриндаване большой был, такой больше 200 килограмм. Брикшу не вызвал даже. Ну, у него какая-то болезнь была. И он все время его просили по любому поводу. Он приходил, все время рассказывал о Шри Прабхупаде. И он собирался, и не часто, его всегда спрашивали, как вы познакомились со Шри Прабхупадой. Он говорил, как он искал какие-то философские мысли, там, даже добился приглашения в Вриндаван институт Бона Махараджа в Вриндаване. Но однажды шел по улице, и просто по другой стороне шел Прабхупада, позвал его и, в общем-то, из него рукожить. И когда он это рассказывал, он всегда плакал. Говорит, как же так? Я всю жизнь искал гуру, а он взял и сам пришел на школу. И плакал он, и все, кто слышали, даже десятый раз все равно плакали. И наступило время, со здоровьем стало неплохо. Можете в Америку поехать, даже там, ну, немножечко подлечат. Какое-то служение еще и сделаешь. И он посмотрел на меня с таким сожалением, как это вам, как на червяка, и говорит, зачем я немножко помучаюсь здесь и отправлюсь к Прабхупаде. И такое, это было так искренне и сильно, что я понял, что это цель жизни, наверное, она мало чем отличается от получения даршины, кришны или же там каких-то видов освобождения. Поэтому ценность Прабхупады, наверное, она, конечно, она недоступна, то есть понять его невозможно априори, поскольку это как положение духовного учителя, это неизведанно. Но так или иначе, мы должны вот эту вот любовь к Прабхупаде, вот это может быть даже какой-то сентимент к нему испытывать, и иногда, может быть, даже не только читать его книги, подражать ему во всем. Я помню, когда давно, еще 30 лет назад, во Вриндаване, Гуру Махарадж проводил семинар по поводу Прабхупады, и там пели киртан, и один мой брат, вот в блоге, там недавно у нас вот, такой чуть ли не родственник Ставровский, и говорит, что почему вы не играете, тогда уже начинали играть, знаешь, так, как сейчас у меня. Думаю, почему вы, говорит, так не играете? А он его посмотрел, говорит, нет, я так, потому что Прабхупада играл раз, два, три. И какое-то вот, настолько естественное объяснение, то есть я не обязательно, потому что мы должны имитировать Прабхупаду, как он ел, как он там дотрагивался до ушей. Но так или иначе, его ценность должна практиковаться. То есть мы должны практиковать себя любовь к Прабхупаде, как и любовь к Кришне. Есть, поскольку развитие отношений, наверное, с Прабхупадой более доступно, чем развитие отношений с Кришной посредством служения божествам или каких-то медитаций. Потому что мы можем еще пообщаться с его представителями и почерпнуть также вот сейчас доступные лекции на русском языке. Ну, все включаю. Поэтому что-то я мысль потерял, что хотел сказать. Давайте относиться к трепетом, к вот этому вот представлению о Прабхупаде, как не то, чтобы его возвеличивать и как механизировать, а любить его как не только как учителя, а как отца, мать, брата, сестру. Спасибо вам, Шрила Прабхупада, за все, что вы сделали для нас. Пожалуйста, Акхира Прабху. Готовится Ачинтья Гауранга Прабху. Хари Кришна, дорогой Шрила Прабхупада. Я сегодня уже говорил утром о том, что я, ну, без преувеличения могу сказать, немножко проанализировав свою жизнь, свои предрасположенности, своих друзей, которые у меня были до сознания Кришны,
что вы точно меня спасли. Это 100%. И... как сказал Чандра Махарадж сегодня, что Чандра вчера, о том, что нужно отбросить все, тормоза все выключить. И вперед, я сейчас очень сильно на это медитирую, потому что когда-то Кришна дал лет 10-11 лет назад, мне дал замечательное служение. Служение детям, оно меня очень вдохновляет, но оно очень трудное, опасное. И это тоже меня вдохновляет. И иногда ум включается и хочется постануть, сказать, что все, хватит. Самосохранение, инстинкт включается, ложный такой, материальный. И дайте, пожалуйста, мне сил, чтобы справиться с этим совсем, со всеми этими ложными инстинктами. И быть полезным для вас в служении вашему дорогому духовному учителю Кришне. И чтобы хватило сил, разума, смирения для того, чтобы дойти до конца и как вы хотели умереть на поле боя. Спасибо. Готовится Матаджи Рукмитрия. Дорогой Шрила Прабхупада, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Вся слава Богу. В этот день вашего явления я, как и другие преданные, пытаюсь выразить вам свою благодарность. То, что вы сделали для нас, преданных Кришне, как для людей всего мира, неоценимо. Вы дали нам возможность наконец узнать о том, кем мы являемся на самом деле, откуда мы и что мы должны делать для того, чтобы стать абсолютно счастливым в служении Раде и Кришне. Мы были неутомимы в том, чтобы распространить идею служения Кришне по всему миру, ради чего в преклонном возрасте отправились за океан на запад. Вы посеяли семена сознания Кришны во многих странах, основали ИСККОН, BBT, которые помогают поливать и взращивать эти семена. В результате за все эти годы привлеклись, стали вашими учениками и последователями многие искренние души, которые помогают расширять движение Санкиртана Господа Чайтаньи. И дальше, распространяя ваши трансцендентные книги, открывая храмы, центры, Шрила Прабхупада, вы открыли нам духовный мир, таким, какой он есть на самом деле. Мир, в котором царит любовь и бескорыстные отношения. Согласно Шри Рупе Госвами, эти отношения строятся на главном принципе – дадати. Дадати – это принцип вайшнава, который заключается в том, чтобы сделать счастливыми других. Тот, у кого есть Кришна в сердце, перестает испытывать в чем-либо нужду. Он обретает ту же природу, что и сам Кришна. Сознание Кришны, щедрость сердца. Такими были и вы, Шрила Прабхупада. Люди, которые приходили к вам, плохо понимали, кто такой Кришна, что, как, зачем, почему. Все эти странные одежды, шикха, тилаки, Хари Кришна. Им не важно было, так как им было просто хорошо рядом с вами, с тем, у кого было щедрое сердце. Они были притянуты к вам естественным образом. Вы проявили этот принцип дадати первым. Вы ухаживали за своими первыми учениками, давали им философию сознания Кришны, готовили для них просад, а затем убирали за ними и мыли тарелки, не требуя ничего взамен. Вы стремились дать каждому в этом мире сознание Кришны. В этом заключается настоящая проповедь, а не в том, чтобы удовлетворять публику, сидя на возвышении с безмятежной улыбкой на лице, логически и философски отвечая на любые вопросы. Вы не были обычным святым. Ваша любовь к Кришне была проявлена не просто в разговорах о сострадании к ближним,
но прежде всего ориентированы на практическое служение, как способ доказательства верности и преданности Кришне. Вы на практике продемонстрировали, как любящие Кришну преданные действуют в этом мире, борясь с препятствиями и рискуя для того, чтобы утвердить его славу в этом мире. И вы не заботились о собственном престиже, но просто хотели дать людям сознание Кришны. Шрила Прабхупада, вы как-то сказали однажды, что даже не закончив процесс очищения сердца на 100%, мы сможем вернуться в духовный мир, просто держась за краешек вашего дози. Другими словами, это возможно лишь по вашей милости, Яси Прасаду, Бхагават Прасаду. И так как естественно, что у меня нет необходимых качеств преданного, все же я надеюсь, что просто оставаясь в ИСККОН, занимаясь служением днем, держась за ваше наставление, я все же однажды смогу удовлетворить вас, заслужив вашу милость. Ваш незначительный слуга ваших слуг, очиньте Гавангу. Пожалуйста, Матаджи, руки не бей. Готовится Матаджи Расешвари. Дорогой Шрила Прабхупада, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Вся слава вашей божественной милости. Вся слава Бхактисан Сарасвати и всей нашей Гуру Парампаре. Простите меня, пожалуйста, но у меня не хватает духовной квалификации, чтобы полноценно прославить вас и чтобы оценить ваше божественное положение и ваш огромный вклад, который вы сделали. Я это понимаю только теоретически. Но я могу сказать, какую роль вы сыграли в моей жизни. Когда я только познакомилась с сознанием Кришны, мне это, конечно, было интересно, чисто философия, что-то новенькое. Но однажды мне дали диск, где это был диск, назывался «Хари Кришна сегодня». И там рассказывались новости со всего мира, с разных храмов, что там происходит, разные фестивали, мероприятия. И фонограммой этого диска, не диск, там кассета тогда раньше была, это был ваш баджан, когда вы пели Гуру Вандана. Когда я впервые услышала ваш голос, я пережила какое-то очень незнакомое для меня духовное переживание. Я даже не знаю, не могу объяснить, что было со мной, но с того момента я поняла, что я ваша служанка вечно. Я с этого времени вдохновлена служить вам и прошу вас, пожалуйста. Я, конечно, ввиду своего несовершенства совершаю очень много ошибок и могу даже причинять беспокойство вайшнавам. Пожалуйста, простите меня. Пожалуйста, примите мое служение такое, какое я могу делать сейчас. Я буду стараться становиться лучше и лучше служить вам. Вы дали всем нам шанс и дали мне шанс стать преданной. Поэтому, пожалуйста, благословите меня, чтобы я не потеряла этот шанс, чтобы я бы имела возможность дальше прогрессировать и никогда не уходила от тени ваших лотосных стоп. Вся слава вам, Шрила Прабхупада. Хари Кришна. Дорогой Шрила Прабхупада, примите, пожалуйста, мои поклоны в день вашей замечательной Вьяса Пуджи. У чистых преданных, так же, как и у Господа, бесконечное количество трансцендентных качеств, которые невозможно все перечислить. Из всех ваших качеств самым ярким для меня является ваше безграничное сострадание, ваш острый разум и ваша искренняя преданность вашему Гуру Махараджу и его наставлениям. Вы спасли меня через ваши книги. Благодаря вашим книгам многие люди вернутся домой обратно к Кришне, потому что только в этих книгах изложена наука о чистой бхакти. Дорогой Шрила Прабхупада, вы для нас столько сделали и оставили на множество поколений вперед храмы, гурукулы, сельские хозяйственные общины, дхаму,
и даже храм ведической планетарии, о котором вы говорили и желали его еще 50 лет назад. И вот сейчас достойные ваши ученики заканчивают ваш этот проект, который будет кульминацией вашей проповеди. Сможем ли мы вам вернуть наш долг перед вами? Да, если очень постараемся, эту нашу жизнь сделать в материальном мире последней. Вся слава Шрилы Прабхупады, Пакита Пауна, спасителю падших душ. Хари Кришна. Дорогие преданные, несколько слов перед тем, как начнется церемония Пушпанджали. Мы размышляли с Ангой, организаторов, как можно этот праздник, День явления Шрилы Прабхупады, сделать максимально практичным. В чем эта практичность будет заключаться, чтобы это было не просто сентиментальный уровень, не просто какой-то, пусть даже духовное подношение в виде слов, в виде жестов, а чтобы это было как-то, сойти с платформы ума, что называется. Вот мы услышали сегодня очень много замечательных слов, и услышали про духовных воинов, и услышали про то, что нужно совершать действия, не бояться. И самый простой способ сойти с платформы ума – это совершить действие. Совершить простое, доступное действие, не откладывая на потом. И мы знаем все с вами, что благодарность, если мы говорим о благодарности, что она является настоящей, если я ощущаю благодарность, что-то хочу сделать в ответ этой личности, которой я очень благодарен. И мы также знаем, что Шрила Прабхупада, он очень ценил свои книги, и он в этих книгах присутствует в настоящем моменте и будет присутствовать еще очень долго. И он очень радовался, когда эти книги, они выходили за рамки ИСКОН, за рамки последователей Шрилы Прабхупады. И другие люди тоже могли их получить, потому что говорится, что у которого есть книга Шрилы Прабхупады. Появилась у него книга, особенно будет еще больше. И Шрила Прабхупада сам каждый день читал эту книгу. И если вот мы сегодня с вами вдохновимся, и каждый приобретет книгу Прабхупады и вынесет за территорию Варшавы эту книгу, и если он начнет ее еще читать, то при этом, то следующий этап, как вы думаете, какой будет? Желание эту книгу кому-то передать, желание поделиться этой Прабхупадой, поделиться. Но условия нужно читать ежедневно. Поэтому вот такой отзывается в вашем сердце, связано с его книгами. Да. Хари Кришна, преданные, подходите, пожалуйста. Сейчас будет церемония Пушпанджали. Будем предлагать стопам Шрилы Прабхупады лепестки. Дорогие преданные, пожалуйста, подойдите ближе. Вот там, где Прабху раздайте всем мужчинам лепестки. И женщинам, пожалуйста, раздайте, вот, чтобы всем хватило лепестки. Пожалуйста, подходите все близко. Вы повторяете также и предлагаете лотосным стопам Шрилы Прабхупады от всех лепестков, которые у вас есть, потому что мы три раза будем читать в конце пранаму Шрилы Прабхупады и говорить Пушпанджали. Ом. Агьяна, Агьяна, Тимирандаша, Тимирандаша, Янанджана, Янанджана, Калакая, Калакая, Чакшур, Чакшур, Унмилитам, Унмилитам, Вина, Вина, Тасмай, Тасмай, Шри, Шри, Гураве, Гураве, Намаха, Намаха, Шри Чайтанья, Шри Чайтанья, Манобиштам, Манобиштам, Стапитам, Ена бутале, Ена бутале, Свайам, Свайам, Рупа, Рупа, Рупа.
Адамаям, Дадати, Свападантикам, Банде, Ам, Шри Гуру, Шри Джата, Падакамалам, Шри Гурум, Вайшнавамша, Шри Рупам, Саграджатам, Сахагана, Рагунатам, Витам, Тамстадживам, Садвайтам, Садвадутам, Париджана, Сахитам, Кришна, Чайтанья, Девам, Шри Радха, Кришна Падам, Сахагана, Валита, Шри Висакам, Витамша, Хе, Кришна, Каруна, Синду, Дина. Гопика Канта, Шри Радха, Панта, Намастуте, Тапта, Панчана, Гауранге, Радхе, Вриндаванешваре, Кришабхано, Супте Деви, Пранамами, Хари Прие, Панча, Калпа, Тарупьяша, Крипа, Синду, Яевача, Патитанам, Паванебьо, Вайшнавебьо, Намаха, Джай Шри, Кришна, Чайтанья, Прабху, Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Привасади, Гоура, Бхатта Вринда, Нама Ом, Вишну Падая, Кришна Приштая, Путале, Шримате, Бхактивиданта, Свами, Нитинамине, Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани, Прачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Пасчатья, Дешатарине, Пушпанджали, Шрила Прабхупада Ки. Нама Ом, Вишну Падая, Кришна Приштая, Бхутале, Шримате, Бхакти Веданта, Свами, Итинамине, Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани, Прачарине, Шуньявади, Пасчатья, Дешатарине, Пушпанджали, Шрила Прабхупада Ки. Нама Ом, Вишну Падая, Кришна Приштая, Бхутале, Шримате, Бхакти Веданта, Свами, Итинамине, Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани, Прачарине,